Всем привет! Сегодня хотел поговорить с вами о такой компании, как Universal Marketing Company. Это платформа для создания и управления платного контента и смарт-рекламы в мессенджерах, инструментарий и возможности, которые нацелены на оптимизацию и сокращение затраченных ресурсов и времени на администрирование и продвижение этого контента. Реализация функций платформы будет осуществляться с помощью искусственного интеллекта, с применением технологии блокчейн. Также разработчики нацеливаются на интеграцию SMM, то есть социал-медиа-маркетинга, инструментов, маркетинговую кампанию, мессенджер. И на решение проблемы монетизации для пользователей такого рода приложений. Также платформа позволяет упростить многие задачи рекламодателям, к примеру, для снижения затрат времени и бюджета на коммуникацию между владельцем канала и рекламодателем. Будет создана единственная точка входа для всех. Для рекламодателей будет доступна статическая информация о существующих каналах, конкретных мессенджерах. И с помощью этого они смогут по разным параметрам подобрать необходимые для их рекламы каналы. Также после этого делается заявка на рекламу, и уже после ее создания на основе смарт-контракта подтверждается договоренность о размещении рекламы между рекламодателем и владельцем канала. Также несколько слов нужно сказать о искусственном интеллекте и функционировании данной платформы. Ну, с помощью нейронных сетей, которые смогут накапливать информацию о предыдущих рекламных кампаниях, будут создаваться необходимые алгоритмы. Также, используя их, в зависимости от некоторых показателей, ну, допустим, таких как бюджет, количество пользователей, ну и там так далее, искусственный интеллект создаст портфель рекламных размещений, которые рекламодатель может откорректировать вручную, либо же запустить рекламу одним нажатием кнопки. Возможно, возникает вопрос, а для чего тут блокчейн? Но использование этой технологии позволит решить множество проблем, а именно несоблюдение условий договора между рекламодателем и владельцем канала, а также проблему трансграничных оплат разными валютами, так как оплата будет происходить в токенах платформы. И это будет удобно всем. Также еще одной через функции платформы будет встроенный кошелек, на котором можно будет хранить криптовалюту. Как я уже обмолвился, у платформы будет свой токен UMCC, и, как я и сказал, можно будет оплачивать им все. Почему выгодно покупать эти токены? Ну, так как у них будет ограниченная эмиссия, они выпускаются только один раз, 500 миллионов их будет, доступная стоимость их сейчас это 10 центов. Ну, плюс у вас есть сейчас возможность купить с хорошим бонусом. Давайте поговорим о продаже более детально. Как я и говорил, ICO идет уже давно, пресейлс был, приватсейл в январе, потом пресейл в июле, токен сейл в августе. И софткап они установили 6 255 000, а хардкап 22 550 000 токенов. Были различные бонусы. Сейчас бонус. Нет. Далее, команда проекта. Как мы видим, на сайте у нас нет информации о них, что очень плохо. Также я не вижу ссылки на какие-либо соцсети, что тоже, конечно, минус. И эксперты компании. Почему-то нет никакой информации о них, что очень плохо. Также разработчики.
Далее, дорожная карта проекта, она составлена до августа, до, точнее, до января 2019 года. Давайте посмотрим. Июль, август, сентябрь 2018 это разработка и функциональности обменника. Далее разработка интерфейса платформы, разработка биржи ботов и внедрение и развитие Artificial Intelligence. Далее переход на Big Data. Компания очень интересная. Сейчас вы можете принять участие в их ICO. Но для начала вам лучше ознакомиться с компанией и изучить ее получше. В описании к видео я оставлю ссылочку на их сайт, а также их соцсети и телеграм-канал. И, конечно, желаю вам, чтобы вы почитали и ознакомились с компанией более детально и уже приняли решение, инвестировать в нее или нет. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!